Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Опытные рыбаки знают, что перловка – это универсальная насадка, которая способна хорошо ловить карася, леща, плотву и остальную белую рыбу. Путем несложных хитростей эту уловистую насадку можно довести до совершенства. Многие рыбаки способны ловить на перловку не только летом, но и осенью, весной и даже зимой. Но чтобы добиться такого результата, для начала нужно приготовить подходящую перловку к сезону ловли. Опытные рыбаки ее не варят, а запаривают, и в ней остаются природные витамины и элементы, что очень нравится рыбе. Для того, чтобы запарить перловку, понадобится термос. В него насыпаем перловку в количестве 1/3 объема колбы. Также прямо в термос добавим 1 чайную ложку меда. Зальем кипятком и закроем крышкой. Мед необходимо добавить именно в момент запаривания, так как перловка пропитается полностью запахом меда. Если добавить его после запаривания, то запах меда не сможет долго задержаться в нашей насадке и при попадании в воду практически сразу будет вымыт. Для того, чтобы перловка стала достаточно мягкой, запаривать нужно 4 часа и 3 часа, если нужна более твердая. На этом процесс приготовления перловки заканчивается, и она готова привлекать к себе рыбу. Таким же способом можно приготовить перловку с разными запахами, чтобы увеличить свои шансы на вылов неплохого трофея. Ведь зимой рыба очень переборчива, а вкусовые предпочтения могут меняться в течение суток несколько раз. В качестве ароматизатора можно использовать чеснок, валерьянку, анис. А как вы готовите перловку на зимнюю рыбалку? Поделитесь своим опытом с нами в комментариях.